Дело в том, что петь я начала с самого раннего детства. Еще качаясь на качелях в огороде, я пела «Миллион алых роз». Так запевалась, что соседи в окна кричали: «Айсей, давай еще», а мама говорила: «Хватит, прекрати кричать». Вот с этого началось мое пение. Поступал в консерваторию, и был у меня выбор между академическим вокалом и эстрадным. Было очень много сомнений, но, естественно, душа моя тянулась к джазу. К сцене я всегда относилась как к чему-то очень высокому и очень ответственному. Всегда со стороны все многие говорили об этом. Выходя на сцену, я испытываю что-то необыкновенное. Очень много эмоций, которые переполняют и иногда даже мешают исполнению. Ну, это моя природа. Это незабываемо, это действительно родная музыка, которая будоражит твою кровь. Аранжировки такие, которые меня вдохновляют, я не знаю, может быть, они отличаются от тех остальных, кому-то нравится, кому-то нет, но это дело вкуса.